Спортсмены действительно показывают серьезные результаты. Ну, добиваться этого помогают не только тренеры, но и условия, созданные для спорта. Так это политика правительства нашей области. Они стараются развивать спорт, поэтому во всех районах, городах развивается все это, строится для широких масс населения. Вот условия, что появились, где заниматься. Трудовые коллективы стали участвовать в спартакиадах. Оборудование, гири, лучше условия. Я не держусь на руках больше. Слава Богу, что мы живем в нашем регионе.